Рада приветствовать всех, кто собрался в этот ранний час у экранов, телевизоров. Сегодня суббота, на календаре уже 29 августа. Этот новый день с вами встречает программа «Утренний фреш». В сегодняшнем выпуске я, Влада Васильева, расскажу, какие передачи зрителям предлагает наш телеканал в эти выходные и в течение следующей недели. А также познакомлю с другой полезной информацией. Не переключайтесь! Как всегда, для начала коротко о погоде. Сегодня днем на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов выше нуля. Ветер южного направления скоростью до 6 метров в секунду. Сегодня днем смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Время ведьм». Действие происходит в 14 столетии. В Европе свирепствует чума. Виновницы и болезни признают беззащитную девушку, которую подозревают в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены. И шестеро верховых, и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляется в опасное путешествие. Что было дальше, смотрите на нашем телеканале в 13:00. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества. Умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает развеять интригу в воскресенье в 11 часов 20 минут. «Классный час» – детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это передача, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 11:50. Завтра днем смотрите на нашем телеканале фильм «Помпеи». Это история любви раба Майла и благородной Кассии, обрученной с римским сенатором на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпеи. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» завтра в 14:15. В воскресенье вечером телеканал «Беларусь-4 Гомель» покажет телезрителям фильм «Гайд-парк на Гудзоне». В 18:15 смотрите историю о романе президента США Фрэнка Делано Рузвельта с его кузиной в 1939 году. События разворачиваются на фоне визита в нью-йоркскую резиденцию британской королевской четы. Также завтра в вечернем эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Лондонские поля». Никола Сикс – роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершенно разными мужчинами. Хотя Никола точно знает, что с одним из них в скором времени ее ждут трагичные события. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20 часов 30 минут. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления комитетов Гомельского облсполкома, предприятий, организации. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19:20. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена
на программа «Тело человека». Включайте наш телеканал во вторник в 19:30. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Смотрите на нашем телеканале по будням. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» нотариус Лариса Мищенко расскажет о том, что выбрать – завещание или дарение. Не переключайтесь. Действительно, в нотариальной практике это, наверное, самый популярный вопрос. Что же лучше – дарить или завещать? Завещание – это свободное волеизъявление гражданина, которым он распоряжается своим имуществом на период смерти. Прежде всего, следует отметить, что завещание – это односторонняя сделка. Гражданин сам собственноручно составляет завещание, либо может его записывать с его слов нотариус. Завещание также можно в любой момент отменить, изменить, новое составить. Для этого нужно прийти к нотариусу, либо составить новое завещание, либо отменить можно иными способами – путем выдачи экземпляров завещания для уничтожения завещателю на руки, либо может это выполнить нотариус. Объектом завещания практически в большинстве случаев становится недвижимое имущество. Иногда бывает движимое, например, автомобили, денежные вклады. Дарение – здесь уже совершенно иные правовые последствия. Это двухсторонняя сделка, на которой присутствует даритель, который распоряжается своим имуществом, и одаряемый, который принимает это имущество. Затем договор дарения нужно зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, и только тогда право собственности переходит к одаряемому. Ну, в связи с этим получается, что завещание можно отменять, то есть гражданин остается собственником своего имущества до наступления смерти, а в результате дарения переход права собственности регистрирует агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, и гражданин одаряемый становится уже собственником. Естественно, что за дарителя можно в договоре сохранить право проживания в этом недвижимом имуществе, которым он распоряжается, но собственности он уже иметь не будет. В подведении итога можно сказать, что если вы желаете являться собственником своего имущества до своей смерти, то вам необходимо составить завещание. Если же вы желаете, чтобы собственником вашего имущества был одаряемый, то есть тот человек, кому вы желаете передать в дар безвозмездно свое имущество, то вам нужно задуматься об удостоверении договора дарения. Своими идеями по поводу того, как провести остаток лета с пользой, с нами поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Сергей, я являюсь соорганизатором проекта «Рух дворовых гульнев», и мы в летний период организуем летние фестивали по различным уличным видам спорта. Это прежде всего уличный футбол, это стритбол, это воркаут, это ультимат фрисби. А сейчас у нас проходят по понедельникам и вторникам летние футбольные фестивали, где могут принять участие ребята до 14 лет в понедельник и вторник, 15 лет и старше, любой возраст, любой пол. И у нас по четвергам у нас проходят воркаут-батлы, по пятницам проходит летний также кубок по ультимат фрисби, и суббота у нас проходит турнир по стритболу. Поэтому можно добавляться к нам в группу ВКонтакте в нашу, там все правила, там все возможности участия, и просто приходите, присоединяйтесь, будем играть, будет здорово. Новый день с вами встречала программа «Утренний фреш» и я, Влада Васильева. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих. Увидимся в понедельник. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4», Гомель.